У турецких жителей, так же, как и у любого иностранца, есть проблемы, нехватка денег и неудачи. Но большинство турок относятся к мелким неприятностям по-философски. Отключили свет — это ерунда. Если потерял деньги, значит, хорошо, что так обошлось, а могло быть и хуже, значит, где-то провинился и Всевышний забрал деньгами. В Турции есть пословица на турецком с таким переводом: «Пусть лучше пострадает товар, чем тело или душа». Непунктуальность. Турки любители опаздывать на встречи и не обидятся, если вы опоздаете тоже. В этот момент обычно турок говорит: главное, что встретились. Конечно, такое отношение позволительно, когда встреча неофициальная. Духовность. Религия пропитала всю турецкую культуру. Турки верят, что всему есть причина, и все уже решено свыше. Такое мировоззрение помогает не зацикливаться на мелких проблемах и воспринимать жизненные трудности философски. Например, все, что не делается, это к лучшему. Вывод: турки любят наслаждаться жизнью. А какой у вас рецепт для собственного счастья?